В Ельце, только что освободившийся из тюрьмы, 29-летний рецидивист, видимо, очень быстро соскучился по местам лишения свободы. Он посреди белого дня под камерой наблюдения ограбил девушку, выхватив у нее мобильный телефон. Всего через пару часов его задержали и наверняка скоро вернут в колонию, на срок до 4 лет, ранее он уже был судим за разбой. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.